Доброе утро, друзья. Как вам? Время сейчас уже 10-й час, где-то 9:30. Вот такая у нас погода. Ой, туманы мои, растуманы. Ой, ничего не видно. Я глянула в окно, думаю, что такое? Вначале подумала, что снег идет, а оказывается, это туман. Вот так вот. Видимость нулевая. Здесь вчера же я бульончик приготовила, там частично себе делала, даже не знаю, как назвать это блюдо. В общем, бульон с вермишелью, да. А сегодня решила сварить борщ, потому что я уже не знаю, когда последний раз я готовила конкретно борщ. Вот, и уже у меня тут картошечка сварилась, зажарку я добавила, здесь еще мяско, здесь нарезала капусточка такая прям белая, прям, ну, очень вкусная. Я уже ее тут наела все, пока борща дождалась. А здесь у меня кабачок начал пропадать, я думаю, надо его, в общем, отрезала то, что пропадало. Наверное, кружочками сейчас пожарю. Ну вот, добавила капусточку, специи. Сейчас пускай это все дело у меня закипит. Настоится. Как всегда у меня, видите, какой густой. Ну вот такой я люблю. Так, сварила я борщик. Здесь порезала уже я кабачки. Пусть они подсолила. Пусть водичка сойдет. Я же все эти дни не готовила, как бы не было необходимости мне готовить из-за того, что, ну, я знала же, что меня пригласили в гости, поэтому зачем наготавливать, тем более, что, ну, как бы я была уверена, что мне что-то с собой дадут, ну, и на подхватишь у меня там пельмени. Вот такое все. Я никаких ни салатов, ничего не делала. Но, если честно, я не собиралась готовить... Что это? Видите? Лист у меня. И сейчас я буду готовить, а вы будете смотреть. И я буду рассказывать, почему я это делаю. Я вообще даже утром проснулась, не собиралась ничего такого, даже борщ не собиралась готовить, просто думала опять, как и прошлый раз, ну, вчера, да, возьму просто-напросто бульончик подогрею и все. А это, думаю, ты чё ж я совсем обнаглела, ничего не готовлю. Не получается, кстати. Вот я посмотрела этот в интернете. Не буду тогда я. Или буду, или не буду. Хотела сделать эти бутерброды суперинтересные, а они, оказывается, не двигаются. Ну ладно, раз уже я решила, так чуть-чуть придавлю их, пускай будут. Это можно было тогда и на сковороде сделать. Так вот. Ну и решила, думаю, что я постоянно это вот какие-то там непонятные блюда ем. Надо себя побаловать. Вот решила побаловать. Вот. Ну и еще ж заглянула в холодильник, а там кабачок такой вот, не айс. Думаю, надо ж его приготовить, что ж он пропадет у меня окончательно. Сейчас они, кабачки, дорогие, поэтому решила, что надо сделать. Ну и Наташа давала шашлычок мне. Там на Новый год шашлык же был. И мы ж мало, а ну-ка, сколько мяса на столе было, столько мясного, это вообще... Разве можно было столько съесть, сколько там всего было? Я себе всего по чуть-чуть наложила, у меня была тарелка с горой.
Наташа говорит, не уйдешь, пока все не съешь. Сама подкладывает мне и подкладывает. Я говорю, ну хорошо, я пойду домой схожу, приду и потом доем. Она, ничего я типа не знаю. Ну, короче, я ушла. И потом на следующий день пришла, они уже убрали у меня все с тарелки. Говорят, собаки поедят. Ну, как хотите, говорю. Вот. Так что мне сейчас надо еще и шашлычок порезать и обжарить его, потому что он уже 2 дня стоял на балконе. Надо ему сделать профилактику. Так, надо, наверное, все-таки разогреть для начала, а то я сейчас пока заболталась и не включила. Я сегодня, у меня же сбился режим, уснула во 2:00. Вот так вот. Проснулась в 8:00, где-то 8:28. Спать хочу. Думаю, надо вставать, приводить свой режим в норму, иначе у меня потом начнутся проблемы. Вот. И встала, вроде бы так себя бодренько чувствую. И решила, думаю, пока такое самочувствие, надо поделать дела такого рода хозяйственные, чтобы потом спокойненько сесть, вязать. Вот шашлык был на балконе. Сейчас сходила, взяла. Начала его есть, и что-то мне показалось, что он недожаренный. Пока горячий был-то, наверное, было нормально все. А сейчас я решила, думаю, не буду испытывать судьбу. Может, это и нормально, там он розовенькое. Но я решила, думаю, я все это дело сейчас порежу мелкими кусочками, разжарю на сковороде, и будет у меня второе. Вот. Конечно, это уже не то, как сразу был шашлычок, но тем не менее. Вот. Так что уже я рассказывала, как мы здорово отметили. Воспоминаний останется много. На весь год, наверное, хватит. Каждый раз, когда будем встречаться, мы будем об этом вспоминать. Молодцы они. Импровизированные театральные сценки там были классные. Все, конечно, я засняла, но сначала было оговорено, что YouTube это не выставляется. Я не помню, говорила или нет, но если что, еще раз скажу. Очень хорошо елочка подошла, дочь мне показывала, как она выглядит в WhatsApp. Просто прелесть. Наверное, 31-го я рассказывала. Я уже, если честно, не помню, что я рассказывала, что не рассказывала. Информации очень много прошло через меня за этот период. Спасибо вам всем за ваши поздравления. И везде, и в Дзене, и в разных соцсетях. Ну, где только можно, столько поздравлений. Я вообще, как читала, просто, ну, прям чувство умиления вызывает то, что столько людей меня поздравляют. Нашлась посылочка наконец-то. Я сейчас утром смотрела, написано, что она покинула сортировочный центр в Волгодонске. То есть получается, что с главпочтамта она выехала к нам на нашу почту.
Ну, когда они там ее оприходуют, или как это назвать, ну, когда примут ее, я не знаю. Если примут сегодня, значит, я получу сегодня и еще сниму видео. Скорее всего, что вы увидите завтра, потому что во влог я показывать не буду. Вот. Так что все помаленьку, потихоньку все делаю. Наташа заболела. Я не знаю, говорила опять же я или нет, что у нас в компании был мужчина простывший. И получается, Наташа недалеко от него сидела, а я прям подальше села, чтобы на меня не попадало. Ну, не знаю. Все равно там уже, когда прощались, и там поцелуйчики, обнимашки, поцелуйчики, конечно же, в щечку. Вот, и поэтому я не знаю, пронесет меня или нет, но Наташа вот заболела. Я все-таки надеюсь, что меня пронесет. Я когда ночью пришла и пила кипяченую воду, и как бы промывала везде все щели. В общем, не знаю. Буду надеяться, что меня тоже пронесет. Ну, вот так вот между делом быстренько я сейчас все сделаю. Еще раз повторюсь, если посылочка придет, сейчас вот проверю. У меня оповещения не будет, мне нужно будет проверять по почте, пришла она или нет. И тогда выйду на улицу. На улице туман сошел, нету тумана. Вот. Бутерброды хочу сделать, как всегда, с чесночком, с майонезом и со шпротами. Я этот раз шпрот набрала вообще дешево. Спасибо Пятерочке, или мне спасибо, или я не знаю, случай, или еще кому-то. Некоторые недоумевали по поводу того, какая я неблагодарная, что мне Пятерочка вот так вот компенсировала. Ну, что я могу сказать? У каждого свое мнение на этот счет. Что еще могу говорить? По-другому ничего. Почему я решила еще и бутерброды сделать? Потому что ну, хлеб пропадает, мне в морозилку засунуть нету места, потому что я уже рассказывала, что там пельмени. Поэтому я думаю, бутербродами, сейчас они еще раз пройдут тепловую обработку хлебушек, и бутерброды будут. Может, кумушка в гости приедет ко мне. Вот, поэтому, в общем-то, будет само то. Так, это пока уберу в сторону. Я же хочу проверить еще вот эту свою новую чеснокодавку. Я же ее так положила, еще и не пробовала, что она из себя будет представлять. Может быть, она еще хуже, чем та, которая была первая. Сейчас посмотрю. Вот так вот. Так. Ох, какие хорошие у меня будут блюда. Чем не новогодний стол, да? Прием у гостей готово. Приезжайте в гости или приходите в гости ко мне. Буду рада принять, покушать есть что, приготовила, борщом накормлю, сало есть. Что еще там у меня есть? Да много чего есть. Так что пока, спасибо Богу и людям, ну и себе, конечно, любимой. Пока есть что поесть, чем угостить. Так, что у меня с хлебушком тут?
Так, немножко сейчас сверху на гриль поставила, чтобы погрилилась. Ну вот. И все. И смотрите, что я сейчас буду делать. Я прямо вот это все, даже не буду убирать отсюда. Сейчас пожарится до конца. Я сюда брошу мяско, потому что здесь поджаренная мука. Да? Это самое хорошо. Как в подливу поджаривает муку, да? То, что здесь кабачок, ну и что? Ничего страшного. Чтобы мука не перегорела, я сразу мяско сюда. Вот. И пускай разжаривается. Ну, не знаю. Я, если честно, вообще не заморачиваюсь по поводу того, некоторые, как вы это, да как вы то. Да все в этом желудке перемешается, и это, и то. Я знаю, что это будет вкусно. Ой, я прям уже хочу кушать. Я утром как кофе попила. И все. Вру, кофе не пила. Я сегодня себе кашку готовила. Эту овсяную. Так что кофе у меня сегодня не было. Обманываю. Вот так вот. Вкусняшка будет. У нас такие фейерверки были. Я думала, что может запретят. Нет, фейерверки были еще и какие. Так. Сейчас я сделаю. Ну, буду сильно чесночек, лишь бы только был запах, потому что вдруг мне придется идти. Я делаю сразу и на бутерброды, и на этот. Ой, как пахнет шашлыком. И на бутерброды, и на кабачок. Вот этот кабачок, что-то я его сильно толстенький сделала, чтобы прожарился надо. Вкуснятина будет, товарищи. Вот это я себе сделала, вкусняшки. Вот. Так, сейчас я сполосну. Так, и мы посмотрим, что у нас сегодня. Да такой же, пресс такой же, как и тот. Почему они такие делают, я не понимаю. Аж этот заворачивается. Нет вот такого, как нажал и сразу выдавился. Да, печально. Хорошо, хоть недорогой. Надо где-то искать хороший пресс. Потому что это меня не устраивает. Уже сколько их, и все не те. Сейчас скажут подписчики, что вы по сковороде, вилкой. Да я не прикасаюсь ни ложкой, ни вилкой, по дну, ни это. Я же понимаю, что это все снимается. Я думаю, что уже и достаточно. Горячий сырым не бывает, да? Вот. Пока я с вами тут говорила, у меня здесь сделалось дело. Вот так вот. Так что новостей особо никаких нет. Я говорю, поздравлять-то поздравляли все. Но в гости пока не приходит никто. Каждый сидит по своим углам. Я не знаю, в этом году была городская елка. Обычно
у нас те года были, ну, до ковида, да, люди там сядут за столом, проводят старый год, новый встретят, а потом выходят на городскую елку, так как у нас тепло, у нас же ведь не холодно, вот, и поэтому выходят там, кто-то фейерверки там стреляет, кто-то встречается. Я как вспомню, прямо много людей собирались. А сейчас я не знаю, собирается под елочкой или нет. Может и собирается. Даже те года вот и показывали, что под Кремлевской, ну, под Кремлевской. В Москве тоже на центральной елке там люди собирались, да? А сейчас я не знаю, собирается или нет. Что-то я все равно переборщила, походу, с майонезом. Ну, ничего, найду, куда приходовать. Так, что-то я прямо тут много. Ой, какая вкуснятина будет. Сейчас они пропитаются. Я потом что не съем, в этот в лоточек сложу. Будет все это вкусненько. Я не люблю, когда и сухое, но не люблю, когда и много. Вот так мы снимем, правильно? Какая красота. На Новый год кабачки с чесноком. Хлебушек у меня тоже уже подошел. Ну, я уже не буду вам показывать, как я делаю бутерброды. Покажу, какие они у меня уже потом получатся. Я хочу с соленым огурчиком сделать. Вот, это блюдо тоже готово. Можно убирать. Так, мяско у меня тоже. Тут красота красивая, уже все слишком я зажарила. Там у меня чистые кастрюльки, убрать надо будет. Включу только, покажу. Вот видите, как я... Ну, у меня гриль есть. Я довела духовой шкаф до нужной температуры. И... Гриль включила снизу. Ой, снизу хорошо поджарилась. Даже, наверное, не знаю, с этой стороны. Нет, пускай так. Ну вот, такая вкусняшка у меня получилась. Хотела поесть борща. Ну какой борщ, если там вот это вот все такое... Борщ можно и потом поесть. А сейчас вот такая вкуснятина. Надо будет поесть. И вот так вот выглядят у меня кабачки. Вот таким образом я оформила их. Помидорчик порезала. В общем, быстро и вкусно. Ну что, Новый год встретили. И сразу весна. На улице у нас вообще тепло. Очень тепло. Прям, что называется. Ветер только. Но ветер тут у нас. Я так думаю, что в других местах ветра нет. Снега вообще не было у нас. Ну, как бы срывался там что-то. Чуть-чуть посыпал. Но так, чтобы он лег и лежал, хотя бы хоть какой-то час такого не было. Вообще очень тепло. Солнце он вообще светит. А я иду. Вы поняли, куда я иду, да? Вон моя тень громадная. Я там встала. Там проездная часть. Машины едут одна за одной. Ох. Стрельнули, я не испугалась. А, думаю, если есть же такие у нас с тонкой натурой, душевной, к
которым то громко, то еще что-то. Думаю, надо будет потом вырезать это дело. Ребята стрельнули и раз в кусты побежали. Это ж хотели напугать, наверное. Что-то куда-то я, куда я не пойду, везде машины едут. Разъездились. А посылка наконец-то дошла. Посылка от Наташи с города Губкина. Она не первый раз мне посылки шлет. И получается, с 25 числа с Ростова вот только она добралась. А у нас тут до Ростова 250 километров. Ну, она, короче, там в одном отделении потерялась, на сортировке лежала. Пока Наташа не написала службу поддержки, посылка так и не сдвинулась с места. Еще если бы она не написала, не знаю, сколько по времени она там находилась. Получила. Такая у нас доставка. Как еще ее полностью не разорвали, посылку. Такие мешки. Вся покоцанная. Вот так вот. Такая тяжелая. Ну как, она не такая тяжелая, ее просто неудобно нести. Она почти 6 килограмм. Ну что, пока я передыхаю, посылочку принесла. Получила стресс. Ребята около меня стрельнули. Туда-то шла я не испугалась, а оттуда испугалась. Села на лавочку. Вот это ж вы видели, я сидела на лавочку. И они около меня как взорвали. Я там думала, что инфаркт получу. Говорю, вот как вы так можете? Вы хотя бы предупредили. Вы не думайте о том, что человек может так испугаться. Я говорю, вот испугалась очень сильно. А вдруг бы, говорю, у меня инфаркт или еще что-то. Спрятались за дерево и стоят. Хулиганье. А, вот. Провязала за вчера. Сегодня я почти не вязала. Некогда мне было. Что-то я сегодня хозяйственными делами занималась. Вот так вот будет красиво выглядеть моя кокеточка, да? Листочки такие симпатичные. Вот, пошла на третий ярус. Вот. Как я уже сказала, посылку вы увидите завтра. Я сейчас немножко отдохну, попозже сделаю, ну, сниму. Что-то как-то я подустала даже. Тепла, уюта в сердце и в доме. Тепла и уюта в сердце и в доме. Где кто? Как тут найти, кто это такой? Вот так, наверное, да? Да, вот это заяц. Кружку держит. Наташа подарила такого зайца. Это мыло. С кружкой, сердечком. Такой лапуся зайчик. Просто прелесть, да? Мне очень нравится. Я все это около себя его положила и держала. Говорю, Господи, хоть бы не забыть. У него тут еще и шарфик, посмотрите какой. Я не могу. Какие молодцы, а? Это ж выливали так. Это ж форма, наверное, такая есть. Или еще что-то, я не знаю. Как можно вот так вот вылить? Еще и кружкой, ручки маленькие. Такие симпатичные. Лапусик. Ну что, друзья, на этой ноте я, наверное, с вами попрощаюсь на сегодня. Ну, прощаюсь ненадолго. Надеюсь, что мы завтра с вами встретимся. И, как всегда, в конце видео я желаю всем добра, хорошего настроения, легких петелек, если вы вязали. Конечно же, здоровья. Самое главное – здоровье. И мирного неба над головой. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.